Всем привет! Вы на канале Кулинарная Семья, и сегодня я буду готовить очень вкусный, простой, слоеный маковый рулет. Так что скорее же начинаем. Мне понадобится сахар, одно яйцо, изюм, мак, ванильный сахар, яблоки, сливочное масло и слоеное бездрожжевое тесто. Мак и изюм нужно проварить. Так что я сначала высыпаю в кастрюльку мак и изюм. Точная граммовка будет указана в описании к видео. Заливаю все пол-литра воды и ставлю на огонь. Мак и изюм должны провариться как минимум минут 20. Яблоки я буду обжаривать с сахаром, чтобы была такая карамельная у них основа. И надо их для начала почистить. Очищаем кожицу и сердцевину. Теперь нарезаю кубиками. В сковороду отправляю яблоки. 40 грамм сливочного масла, также 50 грамм сахара и чайную ложку ванильного сахара. И теперь все обжариваю где-то около 10 минут, пока влага не испарится. Когда влага уже практически выпарилась, я отключаю. Яблочки приобрели такой карамельный, слегка карамельный цвет. Чтобы наверняка вся влага вышла, я отправляю яблоки стекать на друшлаг. Мак буквально еще 2 минуты и убираю. После того, как мак проварился, я его отправляю сливаться через друшлаг, чтобы вся жидкость стекла. После того, как жидкость вся стечет, вот столько получилось жидкости, мак, чтобы был такой рассыпчатый вместе с изюмом. И теперь я буду смешивать яблоки и мак с изюмом. Все, яблочки тоже, благо стекла лишнее, отправляю в посуду, где буду смешивать начинку. И теперь мак. Теперь все перемешиваю, и начинка готова. Теперь буду подготавливать тесто. Тесто у меня готовое, слоеное, бездрожжевое. Его я сложила нахлест, были две половинки, я один на один немножко вот так вот сложила, и теперь буду раскатывать тонкий пласт. Раскатывала я сразу на пергаменте, так легче будет сворачивать рулет. И теперь выкладываю начинку. Оставляю где-то пару сантиметров со всех, вот с этого края и с этих краев. И выкладываю. Ну и теперь сворачиваю. Хорошо, прям под начинку. Подгибаю край, закрепляю край и сворачиваю его. И продолжаю скручивать. Укладываю рулет швом вниз. Укладываю прямо на пергаменте в противень и сверху делаю вот такие вот небольшие надрезы. Ну и теперь поперек. Взбиваю яйцом и смазываю рулет. И теперь убираю в разогретую духовку при 180 градусах выпекаться на 25-30 минут.25 минут прошло, и рулет готов. Вот так рулет выглядит внутри. Тут очень много начинки. Он получился очень вкусный, ароматный.
Ну что, вот такой рулет у меня получился. Он очень вкусный и простой. Так что всем советую этот рецепт. Приятного аппетита. Готовьте вместе с нами. А я прощаюсь. Всем пока.